Попросим произнести торжественную речь лектора Потинского государственного технического университета профессора Иванова Константина Михайловича. С огромным удовольствием я приветствую вас в этом зале. 非常高兴在这里欢迎你们，在这个厅里欢迎你们。 Балтийский государственный технический университет и Чинчжульский университет Китайской Народной Республики имеют длительную историю совместных образовательных проектов. 波罗的海技术大学和长春综合大学有着悠久的合作历史。 Эти образовательные проекты позволяют и нашему университету, и Чинчжульскому университету существенно развивать качество, улучшать качество подготовки и развивать наше сотрудничество. Мы очень ценим наше сотрудничество и глубоко убеждены, что это сотрудничество будет и дальше плодотворным. Образование – это та сфера, которая способствует установлению тесных международных отношений и развитию наций. 文化领域的合作能够促进国际关系，深化我们的国际合作发展。Но развитие образования немыслимо без воспитательной и культурной составляющей。这个文化合作也是这个文化领域整个一个不可分割的一部分。Поэтому сегодняшнее мероприятие, проводимое в рамках недели культуры России и Китайской Народной Республики, позволит в дальнейшем развить наши отношения на новом принципиальном уровне. И китайская, и российская культура являются очень древними, сложными, интересными и требует взаимопроникновения, взаимного изучения. 俄罗斯文化和中国文化都有着悠久历史，都是非常悠久也非常复杂的一种这个文化。 Желаю удачи участникам конференции и надеюсь, что конференция будет плодотворной. Спасибо. 祝我们这个所有的这个参与大会的人取得成功，也祝我们大会成功。